сейчас смотрите, да, вот он идет, то есть удар наносит, например, хочет ударить бедро. Бедро. О, видите? То есть вот, у вас все, все есть. Вы раз, руку убираете, дальше стволом вот туда. Горло. В горло. Еще раз, посмотрите. Стволом, раз, в горло. Оп! Не-не-не, бей. Оп! Видите? Эй! Отсюда. Движение вниз. Оп! И отсюда удар. Короткий удар. Там далее отсюда. То есть удар идет не за счет того, что мы вот этой рукой его пихаем. Удар идет за счет того, что мы как будто бьем как апперкот. Идет вот он. Тум идет удар. Раз! Вот он, короткий. Бам! Не дали возможности ему вот на это перевести. На следующий удар. Понимаете? Вот этого не нужно не довести, поэтому как только отбьет, бам! Удар туда бьется, вот под это. В глаз или под челюсть. Значит, смотрите, все так же собрано, видите? То есть я работаю точно так же собрано. Ничего не расковыриваю, не растопыриваю. Бам! Удар идет сюда. Он раз, второй начинает делать, мы его туда, видите? Потом перейдем. Но стараемся просто все укоротить удар. Можно вывести вот сюда. Вот сюда вывести. Отсюда еще ударить прикладом. Выводим, бьем в голову, выводим, бьем в пах, мушкой рвем. То есть варианты такие. Нападение одно и то же будет. Прием старайтесь сделать вот этот. В голову и в пах. Все потому что зависит, например, будет от того положения. Например, я могу остаться вот здесь, он на меня там напасть, и у меня пойти некуда, видите? Мне пойти некуда. Я ему сейчас и ударить-то не могу, он мне мешает. Поэтому мне нужно чуть приподнять его. Видите? Чуть приподнять, ударить сюда. То есть все это диктует обстановку, что нужно делать. Но вот на что внимание обращаем. Если есть где возможность, вот уже туда пошло. Раз, оп, раз, оп, раз, оп, раз, оп. Все очень коротко. Раз, оп. Вот сюда кинули, мушку развернули, мушкой разорвали. Понятно? Здесь если короткий удар, то сюда если кинули, ударили и мушкой разорвали. Ударили и мушкой разорвали. Поехали.